переносимся с вами за океан. Госпожа Клинтон больше не фаворит. Новые данные опросов показали самый низкий уровень поддержки Хиллари с середины июля. Таким образом, на данный момент ее опережает по популярности Дональд Трамп. Ну, а Клинтон явно потеряла отрыв, который ушла после съезда Демократической партии в конце июля. Согласно исследованию, Трамп получил 40% голосов, Клинтон на 1% меньше. Недели ранее у нее, однако, было преимущество, а вот данные других кандидатов. Либертарианец Гэри Джонсон получил 7% голосов, ну а кандидат от партии «Зеленых» 3%.